Hello, my dear friends! Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня мы вместе со Сьюзи и Ником расскажем вам историю из цикла «Мышиные истории» под названием «Мой друг инопланетянин». По-английски это будет «The Mouse Stories, My Alien Friend». Давайте разберемся с названием. Как вы помните и знаете, я очень надеюсь, мышка у нас с вами будет «Маус». Alien – это инопланетянин, то есть существо не с планеты Земля. Alien. История по-английски будет story. Story – это история. Отсюда цикл мышиной истории – это mouse stories. Story – это одна история, а если несколько, то будет stories. The mouse stories, my alien friend. Friend – это по-английски друг, человек, с которым вы дружите. Итак, давайте начнем. Let's start. Когда-то очень давно началась эта история. Была такая планета в космосе. Планета по-английски будет planet. Планета по-английски будет planet. Далеко-далеко по-английски будет long away. Далеко long away. Была планета Twin Planet. Twin переводится как близнецы или двойной. И как видите, вот на этой планете все было двойное. Планета была далеко от нашей планеты Земля. Вот посмотрите, как выглядит наша планета Земля. По-английски она будет Earth Planet. Космос будет space. Сегодня у нас с вами космическая история. На этой планете всегда было очень темно. Dark. А темно у нас с вами когда? Ночью. Ночью. То есть на планете все время стояла ночь. Еще раз напоминаю, что твин – это близнецы или двойной. А планеты выглядят вот таким образом. И наша планета Земля тоже одна из этих планет. Только наша планета – это планета Солнечной системы, а планета твин – это уже совсем из другой галактики. И вот на этой планете, как вы видите, все было голубое. Я знаю, почему это. А я не знаю, говорит Сьюзи. Ну-ка, Ник, расскажи. Потому что у них всегда было очень холодно. И всегда была зима. Winter. И все на этой планете было сделано изо льда. Видите, лед по-английски ice. Везде были сосульки по-английски icicles. Icicles. Лежал кругом снег. Snow. И даже горы были тоже покрыты все снегом. Видите, гора Mountain покрыта снегом. Snow. На этой планете жили Twin Mouses. Что это, Ник? А я знаю. Это мыши-близнецы или двойные мыши. Вот была Twin Mother, мама,
twin father, и вот у них родился маленький малыш. Его назвали Мими. Малыш Мими. Мими бэйби. Малыш Мими. Как вы видите, на этой планете было все сделано изо льда. Цветы, деревья, и все было двойное. Даже дом, хаус, тоже был двойной. Вот видите, здесь one, two, всего было два. Самая любимая еда у них была, это мороженое. Ice cream, ice cream. А я знаю, знаю, почему. Почему, спрашивает Ник? Потому что мороженое, это же ice cream, то есть замороженные сливки. Или лед, сливки, то есть ледяные сливки замороженные. Вот такие вкусные. И все было изо льда. Даже цветы, flower, если много flowers. А цветы, видите, тоже были двойные, то есть twin flowers. И наш малыш Мими что делал? Катался на коньках. Skates, по-английски коньки. Катался на лыжах. Skiing, как мы с вами зимой. Да-да, зимой очень здорово и очень интересно. Можно кататься на лыжах и на коньках. Но у нас есть лето, когда тепло и хорошо. А у них лета не было, у них все время была зима. И вот, когда в их семье родился малыш Мими, вся семья, twin family, семья будет family, вся семья решила осуществить свою давнюю мечту. Мечта по-английски dream. И полететь на планету Земля, где, как они слышали от своих предков, бабушек grandmothers и дедушек grandfathers, что на планете Земля, Earth planet, есть солнце, sun, есть насекомые, insects. И поэтому они решили построить, to build, построить вот такой космический корабль. Космический корабль по-английски будет space ship. Но почему он двойной у них? Да потому что у них планета Твин. И на планете Твин все двойное, даже космический корабль. И вот вся семья Твин мышей, The Twin Mouse Family, построили вот такой Twin Space Ship. Капитаном был папа. Captain Twin Father. Видите, какой двойной папа-мышь. У корабля были окна, window, и они тоже были двойные. Два в одной части, one, two, и два в другой части, one, two. А всего четыре, one, two, three, four. Дверей в каждом отсеке тоже было по две, то есть twin. One, two, one, two, а всего четыре, one, two, three, four. Дверь по-английски будет door. Капитаном, еще раз, капитан по-английски будет captain, был папа. Только папа не обычный, а папа двойной. Twin father. И корабль у них тоже был twin space ship. И вот все мыши, мышиная, двойная мышиная семья, Twin Mouse Family, погрузилась на корабль и полетела к нашей планете Земля. Earth Planet. И вот летят они, летят. И вдруг на экране монитора, экран по-английски будет screen, вдруг появляются красные знаки. А что это? Ник, ты знаешь? Да, знаю, я же мальчик. Это знак. Знак по-английски будет sign. Знак опасности.
Опасность по-английски будет danger. Danger sign. Знак опасности. Это значит, что-то должно случиться. И прозвучали такие звуки. Что-то сейчас вот-вот произойдет. Оказывается, наш Twin Space Ship столкнулся с другим космическим кораблем. Other Space Ship. И произошло столкновение. Collision. Collision. Столкновение. И корабль Twin Space Ship стал падать. Fall down. Падать по-английски будет fall. Падать. Fall. А в это время на Земле как раз Миша, Майкл, был на лугу. Луг будет meadow. Meadow. И изучал цветы. Sunflower – это подсолнух. Tulip – это тюльпан. И изучал еще насекомых. Насекомые у нас с вами будет insects. Вот муравей – насекомое, потому что у него 6 ножек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Муравей по-английски будет ant. Еще мы тут видим what is it? What is it? Что это? Давайте по-английски спросим вместе. Да-да, давайте. What is it? Это божья коровка. Это божья коровка. По-английски божья коровка ladybug. Давайте скажем. Это божья коровка. It is a ladybug. It is a ladybug. И еще у нас с вами тут есть бабочка летает. Butterfly. Butterfly летает. Бабочка. А еще вот смотрите, тут кто? What is it? А это, когда бабочка превращается из яичка, она сначала гусеница становится, потом уже бабочка. И гусеница по-английски будет caterpillar. Caterpillar. И вот, ничего не подозревающий, Миша, Майкл, изучает на лугу насекомых, это цветы, flowers, а тут на него падает целый космический корабль, да еще и двойной, twin space ship. Но самое-то интересное, что корабль тоже был сделан изо льда, ice, а у нас светит солнышко на Земле, sun, и корабль, twin space ship, twin mouses, растаял. Его защита, по-английски protection, солнцем была разрушена, и корабль растаял. По-английски таять будет to melt, to melt. И вот вся семья двойных мышей, the twin mouse family, громко кричала: «Помогите, помогите! Help us, help us!» И тогда семья Миши пришла на выручку. Они помогли инопланетянам, спасли их. И произошла встреча, meeting. Семья Миши, Майкла, познакомилась с семьей Мими. Они рассказали друг другу, как они живут, где они живут. Но семья Мими была очень расстроена, потому что они не могли обратно вернуться к себе домой. И тогда семья Миши, мама, папа и сам Миша вместе с семьей инопланетян, двойных мышей, Twin Mouses Family, отправились высоко, high, в горы, mountain, где всегда тоже холодно, зима, падает снег, везде лед. И там помогли им построить новый New Twin Spaceship, новый двойной космический корабль, чтобы семья Мими могла вернуться на свою Twin-планету, обратно домой. И вот когда все было готово, то корабль улетел на планету Твин,
а в небе появилась надпись «Спасибо» по-английски «Thank». Небо у нас с вами «Sky». И вот в небе мы видим благодарность семье Миши. Еще, значит, «Спасибо» по-английски будет «Thank». Еще на небе в это время была луна, moon. А луна, как вы знаете, очень похожа на сыр, чист. И поэтому мыши, как наши земные, так и инопланетные, с планеты Твин, очень любят луну, потому что она похожа на сыр. Такая же желтая и с дырочками. Вот. И в честь спасения семьи инопланетян, семья Миши устроила большой праздник. Big Holiday. Big Holiday. Они сделали вот такой красивый пирог. Beautiful pie. Beautiful pie. Запустили воздушные шары. Как вы видите, красные, синие. Red, red, blue. Давайте их посчитаем. One, two, three. Еще они устроили фейерверки. А я знаю, в форме чего они сделали фейерверки. Правильно, фейерверки по-английски fireworks. Они сделали в виде сердца, чтобы семья мышей инопланетян увидели это сердце и поняли, что семья Миши очень рада была познакомиться с их семьей, и они очень ждут их снова в гости. Поэтому они написали еще следующим фейерверком «See you again». То есть «Увидимся», «See», «Увидимся с вами». «Вы» будет «You». «Again» будет «Снова». «Увидимся с вами снова». А теперь, ребята, вам вопрос от Сьюзи и Ника. А вы когда-нибудь видели настоящих инопланетян? Или хотя бы в мультиках, или в кино? Нарисуйте, пожалуйста, инопланетянина, каким он вам представляется. Ну все, до новых встреч. Ставьте нам лайки и подписывайтесь на наш канал. Ждем вас на продолжение мышиных историй и других историй. Всего хорошего. Бай-бай. Пока-пока.